Ахмаджан Мухторов торопится в пункт отбора на военную службу по контракту. Снова идти служить и защищать родину от врага мужчина хотел еще с начала СВО, но переживал, что его не возьмут из-за возраста. Ему 56 лет. Но сейчас для страны цифра в паспорте не важна. Здесь не возраст важен, наличие внутреннего стержня, сила, желание. Желание защитить свою страну, понимание угроз, нависших над нашей страной, попытка и желание быть полезным для общества. Поэтому на все остальные нюансы мы будем смотреть, скажем так, индивидуально. Сначала добровольца ждет первичная беседа. Сотрудник учреждения узнает данные о кандидате. Состояние здоровья, его предпочтение о поступлении на военную службу по контракту, род и вид войск, где хочет служить. Какие вообще планы на контрактную службу? Я служил в советское время 2 года шофером. Хотел бы служить шофером. Вы были водителем. Водитель. Водительские права у вас каких категорий открыты? БЦ. БЦ. Ну, это замечательно, у вас есть профессиональные права. На данный момент у нас есть высокая потребность в водителях, должности водителей у нас в изобилии. Ахмаджан живет в Тамбове уже 3-й год. По профессии он плотник. В армии служил в Советском Союзе в Сургуте. Рассказывает, что не может жить без России и готов идти защищать страну. 2 года отдал с честью родину, свои молодые годы, и не жалею об этом. И хочу дальше служить. Мне обидно, когда вот сейчас уже нападают на Белгород, на Кремль уже наделал нападение. За державу обидно, как говорил в фильме «Белое солнце пустыни». В зону специальной военной операции ушли и друзья нашего героя. Это еще больше подтолкнуло мужчину прийти и подписать контракт. Он хочет встать с ними в один ряд, чтобы выразить поддержку и разделить важность борьбы с фашизмом. Я хочу попасть на передовую, я не хочу сидеть в тылу. Я хочу воевать за наших ребят. Как говорил Путин, помните, как он говорил? Я абхаз, чеченец, молдаван, татарин. После этих слов мне сразу хотелось идти на фронт. События на Украине так затронули сердце Ахмаджана, что он начал писать стихи. Все это, чтобы поддержать военных армии России. Вот комбат ведет нас в бой. Ты, сыночек, там прикройся. Видишь там кусты, ты там и полежи. Видишь там березку нашу, ты за ней чуть-чуть постой. Будет нам сигнал и в бой. Наш комбат, он непростой. Он за каждого солдата жизнь отдать готов порой. Был он ранен в плечо, не ушел из боя он. Чепуха, и все пройдет. Мой комбат, он герой. За него пойдем мы в бой. Вся процедура оформления на службу по контракту займет у нашего героя 3 дня. И он пополнит ряды нашей армии, чтобы помочь победить. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова. Область новостей.